Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 июля. Страдания святых мучеников Мокия и Марка. Эти святые мученики были схвачены и преданы епарху Максимиану, который уговаривал сперва принести жертву идолам, а потом стал угрожать им смертью. Когда их вели к жертвеннику, то малое дитя шло перед ними и препятствовало им идти. За это язычники взяли его на плечи и стали бить подпругою, причем нанесли ему 110 жестоких ударов. Тогда дитя сказала епарху: «Епарх, худому учишь ты меня!» Святые мученики отказались принести жертву идолам, оставшись твердыми в вере во Христа и исповедании ее, и им отсекли мечом головы. Вслед за святым Мокием шли на место казни его жена и дети и плакали. Но он велел им не плакать. Голову же святого Марка приняла его жена, когда он, стоя на месте казни, был усечен. Время кончины святых мучеников Мокия и Марка неизвестно. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.